Мы приглашаем выйти к нам самую близкую родственницу Читы Яровских. На сцену приглашается Софья Зарчевская под ваши аплодисменты. Ребята, хочу поздравить моих любимых Юрочку и Валю с юбилеем, чтобы они были здоровы и счастливы. Говорят, что счастье — это, ну, субъективная вещь, каждый понимает ее по-разному. Ну, это чтобы было здоровье, естественно, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы любимые, любящие все были рядом. Но главное, счастье — это отсутствие несчастья. То есть оно всегда с вами. Все равно всегда будет с вами. Ну, я могу похвастаться, что я знаю Юру столько, сколько я помню себя. Да. И Юрочка, как вам сказать, удивительный человек, который сохранил любопытство на всю жизнь. Вот любопытство к жизни, к людям, к событиям, к чему-то новому. Юрочка, оставайся таким всегда. Где сплю? Неправда. Ума, слава Богу, у тебя не занимать. Я очень хорошо помню вас молодыми. И вижу вас молодыми. Я помню, как вы однажды пришли к Еве после купания. Такие молодые, такие счастливые. Волосы мокрые. Когда они в Днепре купались, то пришли туда. Ну а Валя, что можно сказать? Валя была просто красавица. Она и сейчас, слава Богу, она очень может похвастаться. Она выглядит великолепно. Но она же мастерица, она же великолепно шила. Она в таких платьях ходила, модельных, с великолепной фигурой и великолепное платье. Ну, на нее оглядывались, понимаете? Эта пара была всегда красивая. И пусть они будут красивые, счастливые, долго-долго. Спасибо. Спасибо. Софочка. Особенно мне понравились воспоминания, связанные с купанием, да? Как-то так хорошо, интересно.